Всем ассаламу алейкум, коллеги, друзья. Как у вас дела? У нас все нормально. Снегопад прошел. На улице теплая такая погода. Снега нету? Конечно, снег уже лежит весь. Сегодня у нас 19 января. Вроде бы. Вроде бы, да. Пятница. Что, поработаем, посмотрим, что получится. Ой-ой-ой. Палец протираю. Заранее прошу от вас лойсов, как всегда, подписок и колокольца. И все. Больше ничего не надо. Это все ничего не стоит вам. Денег не прошу взамен. Поэтому жмякните по-братски. Для меня будет стимул снимать дальше. А то, смотрю, лайков мало. Просмотры упали. Оп, оп. Поэтому сделайте доброе дело по-братски. По-братски же есть. Все. Ух, присаживаюсь поудобнее. А мы начинаем. Погнали. Бисмилля. Блин, вся нога в снегу. Ё-моё. Всё чётко. С другом встретился. Оп. Оп. Как вам? BMW это уже другая. Но регион тот же, но другой номер. Чикс. Нормально. Не, она ухоженная полностью. Там 117 тысяч пробег, дизель, полный привод. Открывается, закрывается багажник. Даже у моего друга Адима нет такого. Четко. Скажите же, здесь воды нету. А, диски прикольные. 18 или 19. Вот так вот. Жесть. Двигайтесь, друзья, двигайтесь. Туда-сюда телодвижение делайте, да? Не стойте на месте. В экономии или комфорт плюсе. Пробуйте. Что здесь? Постоим сейчас 5-10 минут и поедем. 1144 тысяч. Так, следующий пасек. Каратыш. На песчаную улицу. Третья песчаная. Так, что здесь? Что за судьба? Так, третья песчаная. 1.80. Нормально. Шикардосный заказ. Хорошее место. 4 км подачи. Ну ладно, 11 минут подожду, думаю. Друзья, если вы ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт парк. Почему? Да потому что они из крупнейших парков, которых я встречал и в которых я работаю. Знаете, на данный момент сколько у них заказов выполненных? 19 миллионов. Я сейчас вот сюда скриншот поставлю. Эксперт парк — крупнейший партнер Яндекс доставки, такси, а также сотрудничает с Яндекс едой. Если вы хотите работать легально и ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт парк. Сниженная комиссия 40 рублей в сутки, моментальные выводы, 4 способа вывода, выбирай, который именно подойдет тебе. Бонус. Приведи друга, 1500 рублей в кармане. Поддержка работает у них круглосуточная, я сам лично проверял. Также есть возможность работать как физлицо с комиссией парка. 50 рублей в сутки, напоминаю, 50 рублей в сутки, если не работаете, не снимают. Переходите на сайт Эксперт парк, звоните, уточняйте. Так что все ссылки в описании, дерзайте. А мы что, погнали дальше работать? 24 минуты, 2190. Ну, с платной можно, да? Так, дальше, заказик. Самарскую улицу. Вас тоже раздражает, когда опаздывают, да? Смотрите. Ожидание 8 минут. Плюс 3 минуты. Туда-сюда. Еще говорит, я опаздываю, можно быстрее? Ну, я втопил немного.
Ну, блин, а чё, пораньше выйти не судьба была? Хотел бы сказать, но не могу. Так нельзя, здесь односторонне, он стоит. А, она стоит. Пятачок, либо лишение. Прям, да? Уверенно подъехали гаишники. Я ни в коем случае не радуюсь, конечно же, но следить и быть внимательным стоит быть. Получил заказ. Куда? Правильно, шарик. С маленьким коэффициентиком. Коэффициентиком маленьким. Полчаса ехать. Нормально. Как раз в сторону дома пробки были по бесплатке, а мы поедем по платке. Как-то так. Все. Утреннюю смену завершаем. И вечером выезжаем. За 28 минут уверенно долетели. 580 рублей. Минус 2500 с копейками, короче. Я сейчас еду отдыхать, чилить, тренироваться, туда-сюда телодвижение сделать, а потом вечером выскочим. Смотрите, видите, там гайцы стоят. Во-во-во, видите, вот светофор, гайцы. Внимательно наблюдают умников, которые вот здесь вот, вот здесь будут разворачиваться. Смотрим. Нет, нет, все видят, наверное. Здесь не разворачивайтесь, пожалуйста. Не пренебрегайте себя и окружающих. Пожалуйста. 500 метров туда, 500 метров обратно. Километр. 3 минуты. 3 минуты это займет. Будьте внимательны. И гаишники могут сзади подъехать и сделать вас. Просто магия монтажа. Погнали. Ой, ё-моё, столько народу, прям жесть. Очень много народу. А у нас что? У нас второй этаж. На втором этаже чуть поменьше. У-ху! Детишки балуются. Кто бы что ни говорил, занимайтесь, развивайте свою физическую форму. Все. Примерно час здесь пробыл, чуть больше часа, наверное. Нормально, без плавания, конечно же. Без плавания. Почему? Потому что все занято. Все дорожки заняты детьми. Ладно, завтра или послезавтра схожу в басик. Ничего страшного. В баню сходил, нормально. Ну что ж, будем баловать себя вкусняшками всякими. Два блока купил, у меня в машине есть. Туда-сюда, ну на всякий случай, да. Вот так вот. Вот так вот. Бэм. Погнали работать. Точнее быть, на заправку. 600 с копейками рублей. Расход. Считаем. 45 литров. 2500. Погнали. Теперь точно погнали работать. Е-мое, столько дел. А. Вот таким вот образом оказался я в шарике. Шарик не горит. А, может быть, горит. По клиентскому, но по нашему не горит. Сейчас посмотрю. Если горит, быстренько залетаю. Видите, да? Видите, да? Давай, скидывай, пожалуйста, тебе. Пожалуйста, прошу тебя. Ну вот это, конечно, очень вкусный заказ. Вот это заказище. Хорошее место. И оттуда можно уже газовать. Центр. Час ехать, 46 км, 1.44. О, пушка, бомба! Погнали! Ну, я, конечно, на разворот поехал, но ничего страшного. Надеюсь, дождутся. Конечно, дождутся. Ёкарный бабай. Все, всем хороших смен. Давайте газовать все вместе, братья мои. 46 минут. Ваше предположение, сколько стоил этот заказ? Пэм!
3800. Это у меня 3800 бесплатных дорог там туда-сюда. Девушки не дождались. Не дождались 25 минут. Скидывал в наметки на обратно. Не-не-не, пропустил. 90 активность, выходим на линию. Каратыш, давай каратыш. Блин, там грузовик походу. Так, 1.73. Конечно, берем. Ну, первый раз вижу. Так, нам направо, ой, налево нужно будет. Ну, переулок, переулки все берем переулки. Все, пипец. Здесь и так без них пробка, ё-моё. А, ну да, ну да. Как такую вышку хотите? Короче, он... Вам нужно сейчас аккуратненько выехать, чтобы не зацепить до конца. Смотрите. Давайте. Назад, давайте, давайте. Ну как, прям четко допоставила машину. Колесо вывернул, чтобы не зацепили. Так и получилось. Вперед. Все, вперед. Колесо спустило, но диск цел. Нормально. Опять еще через производитель. 10-11 минут платное ожидание. Вот так вот. Так, главное, чтобы пассажиры были на месте. 11 минут. Вот так вот. Вот так вот. Блин, следующий заказ приходил, знаете, прям шикарный, хороший. С отличным коэффициентом, но вот эта беда меня толкнула. Вот эта пробка. Можно было взять, но нет. 17 минут, ну 18, 1500, неплохо. Ну, КФТМ мощный. Я даже не знаю, сколько стоит этот заказ. 1208 минут, нормально. Чё, поедем мы сейчас встречаться с коллегами. Я надеюсь, кто-нибудь да придет. Так, Шлепихинская набережная. Давай сюда поставим точечку. Вдруг придет заказ. 18 минут на Минское шоссе. Оттуда уже стартанем в Большую Филевскую. 10 минут. Братья мои, смотрите, видите, Большая Филевская, вот мойка, самомой. Сотку даете? Так, не закрывайся, пожалуйста, я тоже заезжаю. Вот где находится эта мойка, сам мой называется. Залетайте, 100 рублей. Так. Так, ближе к моечке подъедем, чтобы... На тряпочки мыть. Шик. Вот они, тигры, львы. Салам алейкум, брат мой. Салам алейкум. Салам алейкум. Наконец-то увиделись. Как ты? Один где? Один он работает. Он пашет. Че у тебя сколько? 10 минут 1300. Мы из Большой Филевской одновременно вышли, и нам пришел один и тот же заказ. Мы оба подъехали. И вышли 5 человек или 6. Короче, трое ко мне сели, двое к нему сели. И ехали мы, получается, до одного того же адреса. Он за 1200, а я за 1300. Как-то так. Комфорт плюс. Сколько? 1200. Блять, 1300. 1200, а у меня 1300. А чё так много? А чё так много у тебя? Ну, хорошо получил. Давай. 1300. Заказ приходит оттуда, откуда мне штраф пришел. Извините, но я вам сразу буду звонить. Здравствуйте. Да, я тоже. Это моему
мужчина будет! Ты дура, что ли? Ты не знаешь этот принцип! Девочки никогда ничего не будет, получают мужики! Моего Сережу, блядь, капюшон оторвали от куртки, а моего мужа облили какой-то хуетой из-за этого, потому что они за тебя вступили. Ален, ты не понимаешь этого, Зай. Ален, ты не понимаешь этого, зачем туда лезть? Кот, я знаю, что мы правдолюбы все и правдорубы, но зачем лезть 10 мужикам одной девочке? Я хотела, чтобы он... Ты хотела как лучше, я сказала, не иди туда, почему ты меня не слушаешь? Зачем мне извинения? Мне нужно, чтобы пожалуйста, у меня муж здоровый был, не, и ее муж, чтобы здоровый кричи, был, и муж да. моей Иры, чтобы здоровый был. Не кричи, пожалуйста. Ну потому что закончили конфликт, они ушли, нахера ты туда полезла? Ты видела, прошу какой... прощения. Извините, прошу пожалуйста. Прошу прощения, у меня, кричи, у меня уши сейчас завянут. Ну, простите. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Ну это не как-то мне некрасиво, Алён. Сейчас прям 10 минут мы доедем, и вы продолжите свой конфликт. Такая ситуация произошла, что мы не могли не молчать. Нас просто чуть не избили наших мужей, дебилы, извините. Бывает. Хотя мы отмечали день рождения мой, но это просто жесть. Поздравляю вас, до свидания. Спасибо, ну, свидания. Вообще не до этого, да, до свидания. Всего доброго вам, Иван, извините. Да, это просто жесть, конечно. Так, воду стырили. Да, стырили. Ладно, ничего. Она по факту говорит, там просто жесть творилась. Смотрите, видите, где у пассажира точка стоит? Балаган, столярный переулок. Но где точка стоит у них, это не столярный переулок, а Расторгуевский переулок. Проблема, я считаю, это проблема Яндекса. Здрасте. Ты серьезно? Откуда они? Yes. Yes. He asked me, do you have cocaine? Cocaine, narcotic, amphetamine. Just money. Спрашивает, это нормально? То, что произошло, это нормально? Спрашивает. Смотрите, видеосъемка ведется. Нахуй ты снимаешь? Но я в машине, это моя машина. Да, если что-нибудь... Да, Казаров, не, нахуй, не то может быть, а не регистратор. Ну, да, регистратор будет генерал, сейчас. Ну, нахуй я тут будет? Я, нормально, прошу, нормально, не, нормально. Я прошу, как бы, адекватно себя вести. Не, хорошо? Это общественный транспорт. Эй, Батуха, это смотри. Это мы можем, слышишь? Мы можем отменить. Погоди. Ну, я давай снимай. Так может, ты отменишь, нахуй? Да, давай. Ну, так нахуй ты эту хуйню снимаешь? Хорошо. Ну, так, бля, давай ты в первую очередь. Опа, отпиши. Не, брат, если ты этим занимаешься, то ты приезжай, а что ты молчишь, блин? Я же сберил, бери. Так я нахуй, да, так ты в эту хуйню, блядь, сними, вообще, удали. Да,
От себя? Не-не, нахуй, пусть я иди, я разберусь, я тебе сказал, иди сюда. Я предупредил. Как файл? Все нормально. Все нормально, иди с ней. Ты кто? Это нормально, это свой человек, да? Свой человек. Да? Да, свой человек. Нахуй, да, оставь. Это наш человек, послушай его. Да какая мне нахуй? Не, я с ним сам пошел. Удали, блядь, нахуй. Нахуй, блядь. Не видишь, что он снимает, нахуй он снимает. Их, блядь. Да, блядь, ну. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Просто мужик вообще в хлам, в хламину падает там туда-сюда. Нафиг надо, я начал снимать, вот начал бузить, говорить то, что ты снимаешь туда-сюда. Ну второй вроде бы адекватно, но этот вообще долбоящий. Да, мне там смысла не было присутствовать, потому что я вот этих технических нюансов, я бы там посидел, как ебланец. Такой. Машина бомба, честно говоря. На самом деле, друзья, каршеринг удобная тема. Забронировал, прогревается. 190 рублей до адреса. Фикс. Адрес у нас Лесная. Здесь, ну, в принципе, недалеко. Но коэффициенты повышены. На такси дорого будет. Мы будем двигаться на карше. Так, следующая улица. Короче, у меня заказ получается на большую киманку сюда приехать по бизнес-тарифу. Я такой, ну, посадил, едем. И они такие говорят: а вы трезвым водителем не работаете? Я говорю: слушайте, если для меня это выгодный заказ, то я работаю. А если нет, то не. Они такие: а сколько будет стоить, типа? Ну, я говорю: ну, смотрите, типа, туда поехать, обратно мне нужно приехать туда-сюда. Они такие: ну, скажите свою цену. Я говорю: ну, около 2-3. Они такие: 3000 пойдет. Я говорю: ну, хорошо. Ну, этот заказ оставим. Он говорит: хорошо, заказ оставили 1100 и плюс 3000 сверху за 10, за 12 минут приехали на S-скин 450. Бомба-пушка. Сейчас, короче, еду. Вот они работяги, вот они работяги. Все, едем, короче, лечим обратно. Смотрите, нажимаете поморгать. Так, здесь у нас одностороннее движение. Прямо развернуться нужно. Быстренько фиксируем. Перейти к осмотру. Так, она прогрета. Давай. Так, она открылась. Машинка открылась. Осматриваем. Так, грязно снаружи, грязно снаружи, чтобы. Так, вот это видите, да? Так, ага, есть контакт. Так, вот здесь вот царапина, есть контакт. Типа бампер отходит. Ну, короче, вы поняли. Блин, нажал прогреть. Она вообще не прогрел. Ёбаный рот. Не прогрелась. Чуть-чуть. Ладно, у меня телефон упал. Короче, туда, прямо направо по памяти едем. Потом домой включусь, как приеду. 190 рублей, нормально. И парковка там час 250 рублей, что ли, сказал. Из Мерседеса в каршеринг, ёпта. Зато люк есть у карша, прикиньте. Тиго 4.
Cherry Tiggo 4. Так, что, забираем вещички. У меня, в принципе, ничего не было. Заглушил машину. Так, вроде бы... В принципе, здесь парковка есть, просто не вижу линии. Короче, не вижу линии. Вроде нормально встал. Завершаем. Не знаю, как так получилось, но я, когда ехал, чуть не заснул. 27 минут, 2000. Шарик, как обычно. Шарик. Все, завершаю. 90 активность. Завершаю домой. На линии нахожусь 9 часов 21 минута, 234 км. Утром. Короче, вы видели, сколько проехал. Время 7 часов 13 минут. На линии нахожусь 9 часов 25 минут. С утренней смены, да, 6 часов, так возьмем, рабочих. Плюс-минус 15 часов. За 15 часов я заработал барабанный дробь 29 600. Из них вычитываем 600 рублей, это у меня расход получилось. Там 200 рублей парковка, 200 рублей каршеринг, туда-сюда, ну, 600 рублей минус. 29 тысяч чистыми, точнее быть, грязи. Из них там аренда, бензин, поесть, вода. Вот такая вот сумма чистыми выходит. Прошу вас поддержать меня лайком, подпиской на канал и колокольцу. И подписывайтесь на телеграм-канал. В телеграм-канале все выходит в лайв-формате, так скажем. Сразу же я все скидываю. А тут я, ну, накапливаю, да, примерно там, не знаю, 4-5 дней, а потом уже выпускаю. Поэтому залетайте в телеграм-канал, подписывайтесь, заходите в чат, там водители тоже обсуждают туда-сюда, там суета. Где встретиться, если хотите встретиться со мной, там, с друзьями, там, с коллегами, то все там. Телеграм-канал тоже подписывайтесь. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Берегите себя, своих близких. Всем удачи, всем пока.